сегодня к нам в детский сад пришло письмо, а письмо написал ежик. Хотите, я прочитаю его вам? Да! Дорогие ребята, я приглашаю вас в картинную галерею на выставку. Буду вас ждать, ежик. Ребята, а что такое картинная галерея? Картины. Да, где можно посмотреть разные картины. Вести себя нужно как в картинной галерее? Хорошо. Не кричать, а тихо рассматривать все, да? Давайте мы с вами встанем и пойдем. Мы пойдем в картинную галерею. Посмотрите, ребята. Вот у ежика картинная галерея. Что на этих картинах изображено? Домики. А как вы думаете, это какие домики? Волшебные, наверное? Сказочные. А как вы думаете, кто в этом домике живет? Мышки. Мышки, нарушки. А в этом домике кто живет? Птички. Да, могут птички. А почему там птички могут жить? Потому что они слишком маленькие. А белки! Могут белки жить. А почему белки могут жить? Потому что где этот домик? На дереве. На дереве. А это, посмотрите, чей домик такой? Снеговика! А как вы догадались, что снеговика? Потому что мы узнали. Узнали, потому что там снеговик, наверное, нарисован, да? Да. А как вы думаете, а это чей домик? Баба Яга! Как вы догадались, что это бабки Ёшкин домик? Потому что у нее ноги. Какие ноги? На курьих ножках, потому что избушка, правильно. А это, как вы думаете, чей домик? Феи. Там фея может жить, да? Вот какие замечательные сказочные домики. Еще там может жить принцесса. Короли и принцессы тоже могут жить сказочные, да? Он сказал, что он очень огорчился. Ему все эти картины прислал Чебурашка. У Чебурашки, у друзей, видите, сколько домиков? А у его друзей нет домиков. А как вы думаете, из чего можно домики сделать? Из кирпичей. Из кирпичей, а еще из чего? Из палок. Из веток разных палок, да. А еще из чего можно построить? Вот мы в детском саду, из чего можем построить домики? Конструктора, да. Конечно. Что построить? Дом. Из чего он построен? Из кубиков. Ребята, а нам на доске теперь нужно для ежика построить такой же домик, как у нас на образце нарисован. Кто сможет построить? Я! Давайте Дима построит сначала. Дима у нас как мужчина будет строить. Какой внизу кубик? Говори. Синий. Потом какой? Желтый. Дальше какой? Красный. И наверху у нас что будет? Крыша. Какого цвета? Зеленого. Вот ты вот просто пальчик нажми и лети его. Вот. Не отпускай пальчик, аккуратно лети, уже легко двигается. Вот, получилось. Правильно, ребята, он построил? Да! Ребята, а давайте с вами еще построим другие домики. Ну, ничего страшного. Другие домики построим для друзей ежика? Да! Построим. Давайте, у нас двое будут строить из конструктора. Данил остается с Алиной, строит здесь домик по образцу. А вы строите из этого конструктора. Вот у вас тоже образец. Стройте. Наверное, большой сделаем. Так, смотрим. А можно такие поставить? А, нет, это большой. Таня, ты сильнее дави, у тебя силы есть? Вот, все. Что посередине скрыть? Два зеленых. В этом домике сидим. Домик мы же для друзей ежика строим. Сейчас посмотрим, какие у него друзья. А когда мы построим, Дима, чуть-чуть ровнее, посмотри, ты неровно ставишь. Можно, когда мы построим? Соединяйся. Можно мы поиграем? Поиграем.
Давайте, конечно. Вот. Теперь еще одну стенку. Еще одну стену ставим. Так, поднимай. Это крыша будет. Вот посмотри на образец. Видишь, там крыша. Соединяем. Теперь треугольные нужно помнить, да? Там три крысы. Посмотри, это с одной стороны и с другой, и вот это по бокам будет. Посмотри внимательно, как. Видишь? Ставьте сначала треугольные формы с одной стороны и с другой, да? Вот. И наверх крышу. Дима, иди, держи вот здесь, помогай. Вот, Даша, середина. Так, с другой стороны. Точно не ожидала. С этой стороны теперь другую часть. Так, у вас что, получается? Ну, получилось? Ну-ка, давай посмотрим. Так, одно окошко есть. Вот это бы лишнее поставили сюда, посмотри. Вот, и вот эту голову сюда. Вот. Вот так. Так, а вот эти голубые еще куда мы забыли поставить? Вот сюда. Голубой. И что осталось, посмотрите, крышу теперь сделать, а мы уже построили. Все, мы построили. Сейчас мы найдем, кто же в нем будет жить. Ёжик. Мишка. Кто это? Лисичка. Конечно, вот какая лисичка здесь будет жить. Крош. Крош. Крош, наверное, в этом домике поселится. Ну что, с крышей не получается? Нет. Ребят, посмотрите, куда нужно еще прицепить сюда конструктор, чтобы крыша у нас получилась. Дань, вот сюда вот еще. Ну давай, вставляй. Так, и с той стороны, да? Ну-ка, подставляй. Отойдите сюда, посмотрите, какой Алина с Данилом построили домик. Красивый. Вот, посмотрите, Крош будет здесь жить. Ой, спасибо, ребята, какой красивый домик построили. Да? Мне же что? Вам нравится? Да. Да. А давайте Данил и Алина посмотрим, какой здесь ребята домик построили. Посмотрите, для кого построили? Для лисички. Для лисички. Всем понравились ваши домики. Спасибо большое.